когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Двадцать четыре старца. Кто они? И почему нам так важно понять и разобраться в этом на основании Писания?